Тишина в Семеновском заливе. Август завершает свои дни. В дачном мы живем кооперативе, как всегда с женой своей одни. Иногда к нам гости залетают на денек, на два или на пять. Новостями чуть поразвлекают, и скучаем мы вдвоем опять. Вот приехала сестра моя родная, никогда здесь раньше не была. Проболтали мы о жизни, вспоминая, и на море сразу от стола. Покупались в нашем теплом море, загорали, сколько было сил, посудачили о радости и горе, а вот к вечеру и дождь заморосил. Рады дорогим гостям всегда мы, редко видимся, у каждого свое. Бог дал каждому из нас свои программы, ну а мы уже пожившее старье.